достойные, сильные. Капитан очень был достойный. Очень хорошо играла первая ихная пятерка, но и мы не отставали. Наша первая пятерка показала очень хорошую игру, распасовки, но и вторая тоже не отставала. Мы играли сегодня нормальный, хороший хоккей. Спасибо организатору Игорю Иванову за такую хорошую тренировку и за такую хорошую игру. Потому что у нас получилась более коллективная игра, очень хорошо сыграли защитники. Паша сделал свою роль как тренера на скамейке, так и в игре реализация. Ну и также опыт сыгранности уже показал свое. У кого-то есть в парах опыт, у кого-то в тройках. Раньше была сыгранность, вот поэтому мы и победили.